Так, отлично. Так, давайте, давайте вы первые. Так, и так по два. Кто побольше продержаться? Как можно дольше, да. Оля и Арида. Так, Оля и Арида, так, готовы? Давайте. А, да давайте. Так, здорово. Давайте, Света, Алена, поплыли туда. Давайте, готовы? Раз, два. Нет, туда, мимо меня, мимо. Вот дальше. Готовы? Ко мне не надо, туда. Супер. Ну кто дальше всех-то? Света. Марина, вот до сюда. Марина, ты докуда? Так, теперь я. Да, теперь давайте камеру я вам отдаю. Только надо это, вам надо плыть вот рядышком. Ага. Потому что ты пошел вглубь, а ты пошла вперед, короче. Итак, мы проводим новый конкурс, изображаем знаки зодиака. Супер! Надежда Водолей. Паша, меня будет. Надежда.
это водолей. Водолей, водолей, водолей. Нет, не получается. Че я его изображу? Ну, смотри, ты как смотри. Как вот там изображу? Ну, волнами такими. Волнами? Да. А я что изображу? Я не знаю. Волны. Сейчас буду волны изображать. Снимаю, давай. Ой, самый неартистичный. Интервью. Да? Ой, не самый неартистичный. Тут такая форма сейчас будет. Убираю. Сверху, как он смотрит? Да. Да. Как ты можешь? Полтора вперед! Да. Опа! Молодец! А что ударил? Череп! Ударил череп! Зачем? Пошли с десятки слетим. Это мы сейчас, давайте сейчас микроэнергию сделаем. Выше, выше, выше. Сейчас вопрос будет отъезжать. Света. Да? А, да. Да. Один, давай. Да, такие всякие разные каверзные. И научные, и ненаучные. Да, это хорошая девушка. А, сейчас, 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 сейчас. О, вот точно, в ящике. Точно. Опа!